издавна на Руси весело и задорно справляли Масленицу. С ярмарками, гуляниями, каруселями и, самое главное, с блинами. Тонкими, вкусными. Кружим хоровод, песенки поем. Зиму провожаем, а весну встречаем. Этот праздник по-настоящему народный. 17 марта вся площадь революции в городе Истра была переполнена людьми. Дети танцевали марафон, отгадывали сложные загадки хитрой вороны. Кто-то участвовал в корриде, чувствуя себя настоящим тореадором. В праздничную программу дня были включены выступления коллектива художественной самодеятельности Истринского района, театрализованное представление с участием ростовых кукол, детская лотерея. Активное участие в проведении мероприятия принимали артисты Истринского народного молодежного театра под руководством Алексея Губина. Я поздравляю всех истринцев, пользуясь этой возможностью, с замечательным праздником. Посмотрите, какая сегодня изумительная погода, сколько народа на площади. Просто вот балдеешь от удовольствия. Действительно, я горжусь тем, что ребята из Истринского молодежного театра принимают очень большое активное участие в организации проведения этого праздника. Ну, во-первых, он оформляется в нашем театре. Театрализация массовки готовится и проводится актерами нашего театра. Мы изготавливаем, раскрашиваем вот эту бабу, которую, к сожалению, потом приходится сжигать. Дети прыгали, хлопали, и вообще все было замечательно. И мы получили от этого огромное удовольствие. А кто организовал это? Это организовал Истринский молодежный театр. Наш театр, в котором под руководством Алексея Губина. Все ребята увидят, все попробуют, везде поучаствуют. Я думаю, у нас сегодня праздник замечательный, все хорошее настроение. Дорогие истринцы, дорогие ребята, мамы, папы, дедушки, бабушки, мы вас всех поздравляем с праздником Масленицы. Выступления были забавными и интересными. С праздником всех присутствующих поздравил первый заместитель главы администрации Истринского района Юрий Васильевич Савельев. Мне хочется от вашего имени вот поблагодарить Анну Николаевну, что она ежегодно финансирует и устраивает такие праздники. Мне хочется поблагодарить вот организаторов, которые сегодня, наших истринских талантов, которые всегда очень активно выступают перед нами с этой сцены. Счастья вам, успехов, благополучия. И пусть будет этот день у вас радостным. Понравился ли праздник истринцам и гостям города? Судите сами. Скажу лишь одно. На площади не было ни одного грустного лица. Блины ели? Ели. Конечно, ели. А бабу жечь как будете смотреть? Конечно, будет. Верите в то, что это на самом деле проводы зимы, и все, зима отступит после этого дня? Конечно, как бабу сожгем, так все. Конечно, верю. Тут верить нельзя, тут собирается весь город на этот праздник, вся Истра. Вы каждый год сюда приходите? Каждый год. Катя, Алексей, Масленица пришла, гуляние. Вы в каких-нибудь конкурсах участвовали? Петуха ловили, на стол лазили? Нет еще пока, только вот недавно приехали. Ну, собираетесь? Ну, да. Все великолепно, но как бы народу много, шумно. Ну, она же должна быть такая Масленица. Каждый год сюда приходите? Нет, первый раз. Ну и как удержаться от всего этого? Я не смогла и отправилась ловить своего пятачка. Только жаль, что из этого ничего не получилось. Зато некоторые оказались намного удачливее меня. Ты на столб залезла или в корриде? В корриде. Почему ты решила участвовать? Просто так, для интереса. Не испугалась? Нет. Тяжело было поймать? Вообще прикольно. Тяжело было поймать? Да, так. Не слышно было, кто куда кричал. Потом слышу громко, все кричат, думаю, значит, поймала, все. То есть с завязанными глазами. Друзья с тебя болели? Конечно. Не смеялись? Не знаю. Что с петухом будешь делать? Не знаю.
Вот и кончились гуляния, и пришел к нам Великий пост. Но чтобы вступить в него с чистой душой, мы просим у всех у вас прощения. Материал подготовили Анна Касабьян, Павел Бойко, Алексей Бутронов.